Украинские футбольные болельщики написали письмо президенту ФИФА Йозефу Блаттеру. Фаны просят не наказывать сборную Украины. Во время недавнего матча с командой Сан-Марино во Львове ФИФА усмотрели проявление расизма и национализма на трибунах. Какие санкции теперь грозят нашей сборной, узнавал Дмитрий Евчин. На матче Украина-Сан-Марино тайно присутствовал эмиссар организации «Футбол против расизма в Европе». Он не увидел то, что ускользнуло от телекамер. Штандарты дивизии СС «Галичина», баннеры с изображением Романа Шухевича и Степана Бандеры. Львовянин Тарас тоже был на стадионе. Это наша история, герои страны, завдяки яким нас сейчас, можем сказать, и есть Украина. А еще, считает инспектор ФИФА, болельщики выкрикивали оскорбления в адрес натурализованного игрока сборной Украины, бразильца Эдмара. Эдмар на сегодня один из ключевых игроков сборной Украины. Наоборот, когда он касался мяча, болельщики своими возгласами его поддерживали. Журналист Артем Франков уверен, сборную накажут. Украина в этом плане рецидивист. Подобное уже было в марте в матче против Польши, но тогда дело замяли. Не мы устанавливаем правила этой игры. Мы можем играться в своей песочнице по своим правилам. Но просто не будем играть ни с кем международные матчи. Диапазон наказаний для сборной Украины по футбольным законам широк, вплоть до снятия с турнира. Но такого в истории еще не было. Очевидно, самые безобидные наказания – это штраф или игра при пустых трибунах. Если украинцев лишат 3 очков, сборная вряд ли поедет на чемпионат мира. Как раз 3 пунктов может не хватить для путевки в Бразилию. Свое решение ФИФА вынесет уже завтра. Дмитрий Евчин, Мария Глушко, Сергей Коваль, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер.